Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Summoner Storm. Так, я могу прокачать грома. Окей. 7-й уровень он получает. А максимальное количество уровней здесь 50. Представляешь? Так, я так понимаю, у нас... Поздравляем. Ты вступил в деревянную лигу. Спасибо. Открываем сундук и смотрим. Так, 17 монет. Выжигатель. Черная борода. И все? И все? Так мало? Немножко даже обидненько стало, что так мало нам дали. Так, получить алхимик. За 50 монет. Зачем нам столько алхимиков? Никак не могу понять. Я им не пользуюсь, поэтому как бы толку мне от них. Этих я прокачивать не собираюсь. Эза тоже не хочу. Так, священная роща, это у нас ассасинка. Вот это вот, ребята. Выжигатель. Дальнобойная атака. Так, у него здоровья мало, а вот атаки получается 90. А сколько у нас выдает? 480. Металлический дьявол. Кто-то мне написал в комментариях: Рэй, зря ты его не берешь, офигенные карты. Друзья мои, я бы, наверное, взял бы его, но... Ну, ты посмотри, атака 86. Ну, что это такое? И был бы он хотя бы уровня 2-го, 3-го. Кстати, у него максимальный уровень 20-й, в отличие от простых 50-х, которые... Так, ну что, друзья мои, мы остановились с вами на 46-й миссии. Надо нам добраться до полтинничка. Травница. Кстати, 8-й уровень травницы, ничего себе. Паренек, ты не припухли, а? Аннушка. Кстати, она 5-го уровня. Ну что, друзья мои, давайте посмотрим, на что способна эта Аннушка. Если она вообще на что-нибудь способна. По идее, друзья мои, здесь должны быть боты, по большому счету. Мы же с тобой как бы играем в компашку. Так, я немножко не то сделал. Зачем я выставил танк? Ракетчика. Ладно, фиг с ним. Сейчас посмотрим, что у нас тут получится. Так, давай еще одного танка вызовем. А вот теперь мне огонь нужен. Причем срочно. Опа. Шикарненько я их поджарил. Так, а теперь я буду вызывать стрелка. Ну, поехали. Пидич. Красиво. Так, в минус. Еще вызываем с тобой ракетчика. Готов. Слушай, Аннушка, по-моему, все, отыграла свое, насколько я понимаю. Да, ей не сдобровать. Тут два танка впереди. Нифига, он огонь использовал. Но, к сожалению, он поздно. Поздно он очухался. Так, деревянный ящик. Тут, понятно, опыт, гром. И охотница. Охотница. Не хочу я, ребята, охотницу прокачивать. Так, а здесь Локи опять появляется. Локи, шаман, стрелок у него, кстати, есть. Так, ну что, против Локи и стрелка, в принципе, неплохо наш огонь будет справляться. По идее, да? Давай проверим. Танк на танк. Ну-ка, ракетчик, выходи. Так, а у него тоже, друзья мои, два танка, оказывается. Я беру огонь, жду. Слушай, никого нету, не вызывает никого. Так, поджарили, короче. Он ракетчиком меня уничтожил. На! Зелебоба. Перезарядка, конечно, у него очень долгая. Так, тихо. Локи разогнался, а? Смотри на него. Ну давай ты вжаривай уже. Так, все отлично. Вызываем, наверное, еще грома. С его массовой атакой это будет вообще ништяк. Ну. Давай, бомби. Ух. Лукас, ты уж прости, но тебе... Тихо. Давай вот этого чувачка вали, пожалуйста. Ага.
Все, ребята, шансов у него нету. Ничего он тут уже не сделает. Я вызываю еще одного танка. И, как ты понимаешь, Лукас... Все, Харри в грязь. Ну что, очередная наша победа. 11 монет, 20 опыта, мясник, гроза и черная борода. Угу. Так, ну что, друзья мои, 48-я миссия у нас. Так, у него здесь 2 уровня, ну у нас 4-го. Мне нужны карточки. Много карточек, а где ты их возьмешь, а? Вот скажи мне на милость. Где ты возьмешь много карточек? С гитарами идут, да? Ну-ка давай, ракетчик, бомби. Опа! А вот так вот. Не ожидал, да? Ох, несчастный. Шаман. Так, ребят, шаман. Вырубай ты его. Так, он потратил молнию, да? Ну что же, парень. Опа! А вот это нежданчик, ребята, он вызвал ракетчика. У него, оказывается, ракетчик еще. Ну да, у него был он. Но вот сейчас будет плохо. Надо подбить как можно... А что он меня копирует-то, эй? Друзья мои, он просто меня копирует, посмотри. Ну, допустим. Опа. Он вызвал стрелка. Так, друзья мои, я сейчас тоже вызываю стрелка. Минус. Так, мне нужен огонь. Срочно. Хотя нет, перебьемся пока без огня. Угу. А вот так вот, как тебе? Все? Да выпендривался. Так, он огонь потратил здесь. Дурачина, простофиля. Все, тут ему крышка. Блин. Как он его так вызвал? Он же... Друзья мои, подожди-ка. Он не мог его так быстро вызвать. Но он его призвал. Хорошо, мы сейчас тоже начнем веселиться. Так, стрелок. Чё ты спишь там у меня? Вот и все. Эмик, тебе кранты. Вот что я хочу сказать. Тебе уже тут ничего не поможет. Как бы он ни старался. А начинал прям как я. Те же самые войска, да, вызывал. Все. Победа очередная. 236 монет. Неплохо, с обычного-то ящика. Плюс Скорпион, Эз и Моряк Морган. Это все не то. Моряки там всякие, это все фигня, ребята. 49-я миссия. Ну, блин. Уровень 2, прикинь. У него 2 уровня. И плюс у него гром 8. О-оу. Слушайте, друзья, вот это уже проблема. Но у него нету заклинашек. А у меня огонь есть. Хм. Так. Вызвал, да, сухаря этого? Давай-ка я, наверное, ракетчика позову для начала. Нет, не будем пока пламя тратить. Надо их отталкивать всех. Говнюка этого призвал все-таки, а? Успел. Вшивого стрелка позвать. Не надо. Есть. Подожди, что есть? Ничего нету, блин. 2 уровня, я офигею, его фиг пробьешь. А кто там? Так, мы его уничтожили. Ага, я понял. Все, обделался, чувачок. По-моему, ему кранты, ребят. Сейчас 2 ракетчика его просто ушатает. Вот этого вот, Минотавра. Плюс у меня стрелок, как ты видишь, есть. И я позову еще Грома на помощь. Да? Все, инициативу, ребята, он потерял. А я еще вызову стрелка. Думает, легко так от меня избавился. Конечно. Не тут-то было.
Ну что, рипхбсвс, готов, сосунок. Ну а мы с вами открываем и смотрим. Так-то понятно. Дикарка и черная борода. Плюс Грута. Ну, на самом деле, дикарка. Нет, не хочу я прокачать никакой дикарки. Так, смотрим, ребята, первый уровень. Здесь третий уровень Локи. У него есть огонь, это плохо. И второго уровня у него стрелок. Второго уровня стрелок, но у меня-то третьего. Мне не хватает буквально двух карточек, чтобы сделать его четвертым уровнем. Так, вызвал, да, Минотавра? Ну что, вызови, наверное, ракетчика для начала. Будет применять он пламя или нет? Что-то пока, ребят, ничего не применяет. Жарим. Так, наверное, нам надо будет позвать Грома. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, слушай, сейчас беда, ребята, будет. Офигеть. Офигеть, сейчас нас рубанул здесь. Ты посмотри, что творит, а? И еще и ракетчик. Слушай, вот это беда. Причем серьезная. У меня ни одного танка нету, да? Все, я потерял, друзья мои, инициативу. К сожалению. Бесполезно здесь драться. Здесь фейлимся. Теперь мы лицом в грязь упали. Переиграть, конечно. О чем тут может быть речь? Я инициативу потерял, когда вот этот вот хламон подбил моего ракетчика. Вот в чем была беда. Сейчас попробуем немножко по-другому сделать. Не будем ракетчика вызывать. Возьмем и вызовем вот так вот Гром. Ты заколебал, а? Так, если я вызову стрелка. Не, ракетчик, давай, выходи. Да, блин. Пока доедет. Пока. Ну. Хотя бы так. Все, они его подбили. Еще и пламя тут применяет, прикинь. Давай, давай, давай этого Сэма. Ну стреляй ты, господи. В кого ты стреляешь, объясни мне, пожалуйста, а? В кого ты там бомбишь? Я лично не понял, в кого он там стреляет. Все, ребята, опять нас тут прижучили. Уничтожить, орет. Так, нет, он доиграется сейчас. Угу, переиграть. Слушай, а может быть нам надо было взять два заклинания, а? Вместо одного. Ладно, сейчас посмотрим. Посмотрим. Двух танков я позову. Сейчас он вызовет своего стрелка. Мы его поджарим. Двоих там сразу же, отлично. Вызываем теперь ракетчика. А он сейчас ракетчика, наверное, мне поджарит, скорее всего, кажется. Нет, ребят, он немножечко по-другому делает, смотри. Твою налево, нужен танк, срочно. Ну, блин, сейчас подобьют же. Я в шоке, что происходит. Ну, давай так сделаем. Опа. Вот тут, по-моему, ребята, он потерял инициативу. Если это можно так назвать. Стрелка уничтожьте. Есть. Серьезно? Да-да, серьезно, парень. Серьезно, теперь тебе кранты. Похоже, да? А то, видите ли, думал, что все ему так сойдет с рук. Врача. Хренушки тебе, не врача. Вот так вот сделаем. Все, по-моему, доигрался. Есть. Ну что могу сказать, было сложно, ребята. Три раза переигрывал. Так, сундук. Монетки, опыт и скорпион.
Так, подожди-ка. А разве я не должен забрать вот этот сундук? А, так я его уже забрал, получается. Получаем 100 монет. Это ежедневное задание у нас. Пожертвуйте одну редкую карту героев. Выиграй сражение с тремя эпическими героями в своей колоде. Так, у меня, по-моему, и так три эпических персонажа. Раз, два, три. Ну, все верно. Давай все-таки возьмем и проверим, ребята, что этот чудик умеет. Поставлю я его сюда, к примеру. Пока. Я думаю, что вы тоже хотите посмотреть, что он делает. Ну что, 51-я миссия. Так, травники всякие. Опа, друзья мои, у него ракетчик тоже 4 уровня. Плюс вот этот охламон 3-го. У него есть пламя, это настораживает. Ну, посмотрим, что за металлический щит и что он из себя вообще представляет. Так, погнали. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Спокуха, я сказал. Так, он вызвал, друзья мои, ракетчика. Смотри, сейчас применит пламя, 100%, не? А чё ж ты не применяешь пламя-то, эй? Все, я понял, он дождался, да, пока я вызову. Понял. Так, давай посмотрим, что этот делает у нас. Чего он делает, я не понял. И что? Кто мне сказал, ребята, что этот чувачок очень крутой? Вот фигня, я тебе скажу. Просто фигня. Да. Ну что это такое? Ну серьезно, ребят, ну. Вот так вот. Поменял и проиграл. Слушай, знаешь, что я заметил? Что мне не хватает именно дамагера. У меня есть танк, у меня есть стрелки, но у меня нету именно тот, кто мог бы. Так, давай-ка мы. Я поменять уже не могу, да? Подожди-ка, подожди-ка, назад. Меняем обратно. Можно скорпиона взять. Можно его прокачать. И взять в команду. Так, а что это у него тут? На 10 уровне что это будет? Замораживающая аура. Замедляет врагов вокруг героя. 10 уровень, у меня только 6. Так, стоит он 5 маны. А что вот это вот делает? Боец. Скорость передвижения очень быстро. Скорость атаки очень быстро. Каждая третья атака сильнее на 100%. Каждая третья атака. Но мне не нравится, что у нее мало здоровья. 240. А вот это что у нас очень быстро и нормально. Скорость атаки нормально. Так, а что он делает? Превращает противников в зомби каждую третью атаку. Противников в зомби? Это что за новости такие? Я хочу посмотреть на этот момент. Но это каждая третья атака. Давай, короче, мы сделаем с тобой так. Сюда. И сюда. Протестим все это дело. Поехали. В бой. Так, у него вот этот 3 уровень эпический. Меня, конечно, раздражает чувачок, который с этими секирами. Что-то я потерялся. Ищу, смотрю. Так, очень быстро бежит. Очень быстро бежит. Ты сейчас вот, блин, вот это вот. Вот ты сейчас серьезно вот это вот. Нет, дикарка это полный фаршмак, ребят. Тут уже кого не вызывай, нас все равно сейчас завалят здесь, да? Ну-ка, каждая третья атака. Он успеет хоть... Успеет, ничего он не успеет. Все, закромсали. Да. Карты. Меняем, короче, ребята. Все как было, потому что... Ну, ты видишь, нифига у нас не получается хорошего. Единственное, что я могу вот этого, наверное, порекомендовать.
и взять вот так вот. Можно, конечно, еще молнию взять. Сколько наносит урона? 240. 240. Ну и вместо кого взять? Хм. Сюда, если только. Попробуем. Не могу пройти 51 уровень. Я офигею. Шаман. Танк у меня только один, получается, остается. Давай проверим. Ага. Ну. Взорвали, да? Так, топораж тут едет. Шамана возьмем. Опа. А он не дурачок, он взял и... применил огонечек. Давай соединяйся. В плане, блин, о. Тынц, дядя Сэм погиб. Дядя Сэм у нас погиб. Окей. Так, шаман, выходи. Замечательно. Так, но без танка нам тоже здесь нельзя долго. Че, уже все? Получает в лицо, что ли? Да, друзья мои, он получает помаленьку в личко. Ну и великолепно тогда. Все. Гунтур отыгрался. Монеты, так, это опыт, мясник, черная борода, грутта, все это фигня. Уровень повышен, друзья мои, по статистике у нас теперь 2880 хп и ресурс мы получаем 47 гемов. Окей, переходим на 52-ю миссию. Ох ты, а это еще кто? Охотница? А, так она 10 уровня. Воу. 11 уровень. Слушайте, друзья, что-то тут пахнет керосином, по-моему. 10, 11 уровень. Офигеть, вы что, совсем, что ли, припухли? Ладно, давай смотреть. Ну-ка. Ну, огонь по-прежнему уничтожает ее, неплохо. А вот это вот не надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все, ребят, фейл. Будем знать. Так, ну-ка, как мясник тут? Ох ты, он оглушает. Как бы мне их оттолкнуть? Молнию, блин, применил, ты прикинь. У него молния. Слушай, а он в тот раз разве не применял молнию, а? Я офигею. Что он там? А, он грома позвал. Все, ребят, тут фейл, к сожалению. Все, распетрушили. Нет, тут две молнии здесь не катит. Как бы... надо кого-то брать нам. Надо кого-то брать. Ну и где? Где мой танкуля? Вот он. А вместо шамана кого можно было бы взять? Где мой гром? Вот он. Поехали. Тихо, блин, там у нас какая-то анчивка, видимо, была. Ребята, мы могли что-то взять. Скорее всего, там гемы были. 20 штук, которые мы с тобой заработали, да? Короче, давай делать вот так вот. Надоело мне на них тут любоваться. У него пламя, не забывай, есть. Вот таким вот образом будем с тобой как-то их наказывать.
Блин, вот это оглушение, конечно. Там еще и гром появился. Слушай, ракетчик, ты не подходи, главное. Эти лучницы вообще фуфло полные. Просто полное фуфло. Гром, не вздумай подойти близко. Ай-яй-яй-яй-яй. Танк нужен, блин. Есть, заколбасили. Ух, как он бомбит, а? А мой гром выжил. Несмотря ни на что. Так. Готов. Мясник, который может оглушить. Вот так вот. Слушай, по-моему, победа здесь за нами. Да. Не все так просто, как хотелось бы, верно? Так, моряк Морган, шаман. Ну что, 53-я миссия. Ёк-макарёк, а это еще кто такой? Сломанное полено. Танк. Иногда становится неуязвимым. Зашибись, иногда. Раскол. Атаки поражают всех врагов в радиусе действия. Зашибись. А это еще кто? Ракета. Дальнобойные атаки. Пипец. Стальгорн. Варкрафт, что ли? Так, единственное, меня спасает то, что у него нет заклинаний. Это раз. Но зато у него есть стрелок плюс шаман. Ладно, я надеюсь, я все-таки смогу здесь противостоять. Но вот этот чувак третьего уровня. И он начинает именно с него. Так, нам что нужно с тобой сделать? Ракетчика, наверное, позвать. Он сейчас стрелка позовет. Предсказуем, как, я не знаю, как 3 рубля. На тебе. Ну и нафига вот этот вот охламон здесь нужен, а? Естественно, ребят, распетрушат. Плюс шамана позвал. Ну стреляй ты давай. Нужен танк. Нужен танк и нужен нам стрелок, друзья мои. Желательно быстрее. Так, минус шаман. Ракета, выходи. Выходи, ракета. Он неуязвимость повесил на себя, прикинь. Слушай, этот достал хлыщ вот этот вот. Надо его подбить. А кто его подобьет, блин? Ракетчик не успеет доехать. Вот. Шваркнули мы его все-таки. Так, бесполезно пока это ставить. А давай, ракета, выходи. Это вот его неуязвимость бесит меня уже. Ну, есть контакт. Все. Смяли мы его в труху. Так, давай мне же вот эти вот карты. Опять дикарка. Барнбласт? Это еще кто такой? Ну, это тролль. Или гоблин, фиг знает кто это. Шикарное предложение. Спасибо большое. 139 рублей, ребят. 250 монет. Так, нам еще 3 победы. И 300 монет будет в копилочке. Пожертвуйте одну редкую карту героев. Куда я ее должен пожертвовать, скажи мне? События кланового сундука. Так, в клане. В клане у нас ребята есть. Слушай, подожди, а как... Доска лидеров. Подожди секунду, я что-то немножко не догоняю. А как нам с тобой сделать этот? Это, я так понимаю, рейтинг клановый. И как он поднимается? Я вот этого не могу врубиться. Так, ого, ого. Ого, парень, хорош. На-ка. Молодец. Шамана минусуем.
Так, у меня гром оказался сильнее, да? Чем это хламон? Ну, вжариваю ракетами. Ты бич. На, гостиниц. Есть контакт. Сара Шип бежит. Слушай, я так понимаю, ему все, кранты. Ну и куда ты разогнался, мелкий, а? Бежит он там, сломя голову. Вот и все. Великолепно, друзья мои. Мы его опустили. Прямо лицом в грязь. Твои награды. Ну, куча опыта, 20 штук и 26 кубков. Компания. То есть сундуков я больше не могу, да, насобирать. События кланового вопроса. Блин, а как? Чат. Карфури, Фантом, Венти, Саша, Майнкрафт. Присоединились, это недавно. События кланового сундука, не могу врубиться. Выигрывайте в битвах на арене, чтобы наполнить клановый сундук. Чем больше ты выиграешь, тем больше наград ты получишь. Ага, вот оно как. То есть просто нужно на арене драться, да? Давай-ка откроем с тобой, наверное. Монетки, так, дикарка, барнбласт и алхимик, травница. Давай, наверное, вот это вот попробуем. Сколько требуется? 24. Открывай. Монеты. Так, барнбласт. Моряк Морган. Все, что ли? Так, мы можем с тобой еще два поединка сыграть, чтобы забить сундуки. Ну что, поехали. У него здесь молния 2 уровня. Плюс гром 5. Угу. А вот так вот не хочешь? Так, этот тоже хламон сейчас получит по 1 число. Или не получит? Так, давай, ракетчик. Оуф. Слушай, у меня выжил ракетчик-то, посмотри. Шаман пошел. Так, ну шамана мы накажем сейчас ракетой. Сгори. Смотри, как у нас персонажи стоят. Распальцовка, все дела. Ну. Так, гром упал. Гром упал, ракетчик упал. Ну и, соответственно, сейчас главный персонаж тоже, ребята, упадет. Че, он здесь уже ничего сделать не сможет. Все. Даже упал с распальцовкой. Так, нам нужно с тобой продолжать. Поэтому поехали еще один поединок выиграем, чтобы забить полностью сундуки. Так, здесь локи 2 уровня. Остальное, в принципе, все ерунда. А, молния 3. Это все фигня, ребят. Вот это вот бесит меня. Вот бежит, который хламье здесь. На. Так он шамана теперь позвал. Здесь поможет нам вот этот парень. Как раз против Сары Шип. Пока у нас неуязвимка была, да? А ну-ка. Ты бич. Так, как раз неуязвимость. Все, Локи готов. Лучник вообще даже ничего и пикнуть не успел, как мы его наказали. Давай, выходи. Так, неуязвимость, она закончилась. Он еще и замедляет, по ходу дела, да? Но почему-то замедление работает и на его персонажей, и на моих. Не-не-не-не-не, все, родной, сворачивай удочки, тебе здесь крышка. Офигеть, этот стрелок бомбит, половину здоровья сразу сносит. Отлично. Ну что, друзья мои, сундуки я получил. Все забил. Тут еще 300 монет выпало нам. Так, собери 1000 героев. У меня уже 913. Победи 1000 героев. 640 я победил. Получи 1000 кристаллов.
У-у-у, 1000 кристаллов получить. Это ж сколько мне нужно тут, ребят, драться. Ну что, давай посмотрим, кто у нас тут. Слушай, в принципе, враг несложный. У него только единственное, что вот этот тут бард 2-го уровня, а у меня 1-го. Но зато у меня... Кого он вызывает? Естественно, его начинает вызывать. Посмотрим, будет он тут что-нибудь предпринимать. А, у тебя тоже 2 танка, оказывается. Давай-ка, Гром, выходи. Никого не поджарил. Слабый огонек у тебя, оказывается, парень. У меня тоже какой-то не очень мощный. Твою налево, у него стрелок есть. Ну давай ты, блин. Стрелять ты будешь сегодня? Есть. Наказали. Оу-оу-оу-оу. Подбили. Мне нравится, что у Грома у него массовая так. То есть он стреляет в одну точку, но взрыв, по большому счету, очень большую территорию захватывает. Вот это вот большой плюсик. Так, наказали. Есть контакт. Гром, выходи. Если 2 грома вот так вот встают друг за другом, то все, ребят, с ними бороться бесполезно. Они закидают своими бочками. Монеты, опыт. И здесь у нас 3 карточки. Это S, охотница и бомбардировщик на носороге. Ух ты. Редкая, ребята, карта. Так, ну что, 55-я миссия. Подожди секундочку. Я вот думаю, стоит ли мне брать вот этого бойца на носороге или не стоит. Потому что он 1-го уровня, я, наверное, не буду. Я, наверное, не буду. Хотя здесь можно создать другую колоду. Экспериментальную, так скажем. Ага. У него есть молния, не забываем об этом. Так, куда бежишь, прыщ мелкий? Ракетчик, выходи. Ох ты! Ай-яй-яй, друзья мои. Пипец. Вот это называется пипец. Забомбил сразу 2 их, отлично. Гром, выручай. Чего? Ну давай ты, блин. Я даже не знаю, что здесь успеть сделать. Так, если только... Ну, ракета, стреляй давай. Нет, не получается, ребят. Хотя, постой секунду. Допустим, я сделал так. Локи накажем. Угу. Ракетчик, ну, сделай ты доброе дело. Так, ассасин бежит. Друзья мои, бежит ассасин. Молния твоя здесь фиг поможет. Ракета, давай, выходи. Так, она пробегает абсолютно всех. Ёк-макарёк, вот это да, вот это она чуданула. На. По-моему, допрыгалась. Еще одна ассасинка бежит. Ну-ка, посмотрим. Так, неужели стрелка сейчас уничтожит меня? А ведь может. Но не успеет, скорее всего. Или успеет. Пипец, прикинь, что сделала. Эй! Да, блин. Вот гадина, что вытворяет, смотри. Так, мне нужно что-то сделать, чтобы прикрыться от этой ассасинки, ребят. Угу, прикрылся. Называется прикрылся. Так, стрелок, уходи. О, издалека сейчас будем его просто бомбить и все. Врача орет там. Есть.
друзья мои, офигеть. На грани буквально был. Ну-ка, что нам здесь выпадет? Гроза. Так, металлический дьявол. Ну, уже что-то. Уже можем прокачать его, по крайней мере, на второй уровень. А где сундук? Это и был сундук, который мы с тобой забрали, да? Да. Арена 3. Так, давай-ка я, наверное, вот так вот сделаю. Скорпион, гром, гроза и выжигатель. Что за выжигатель? Это новый какой-то. А вот это вот активируем. Так. Кто ты такой, а? Так, скорость атаки очень быстро. Что он делает? После смерти взрывается и наносит урон вокруг себя врагам, да? Камикадзе. Герой взрывается при атаке и наносит урон всем врагам в радиусе действия. Ну, так себе. Это напоминает мне, знаешь, кого? Ползуна из Tower Conquest. Что-то типа того. Кто ты? Так, здоровье. Мало. А, у него дальнобойные атаки. Скорость атаки очень медленно и очень медленно передвигается. Наносит урон всем врагам в случайной зоне поля боя. В случайной зоне. То есть он рандомно, что ли, бомбит? Как-то так получается. А ты кто? А, ну этого мы видели. Ну, улучшим. Так, ребята, у него уже 407 здоровья и 110. Так, но все равно мало. После смерти отрубает всех врагов вокруг. То есть он должен идти впереди, чтобы его уничтожили. И он после этого только будет наносить урон. Как-то так. Ну что, друзья мои, давайте мы тогда на сегодня, пожалуй, закончим. У нас остается совсем немножко, да? И 60 уровень будет в кармане. Ну а дальше мы уже перейдем на новую карту. Так что присоединяйтесь к клану, к моему, если есть, конечно, желание у вас. Клан легендарные называется, легендари. Так, у меня, ребята, уже 4 победы. То есть я уже сундучок себе этот обеспечил пока. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.